Почти 300 миллиардов прямых иностранных инвестиций удалось привлечь в экономику Казахстана за годы независимости. Это свыше 70% от всего притока страны Центральной Азии. Самые крупные инвесторы – Нидерланды, США, Швейцария и Франция. Эффективность проводимой экономической политики главы государства оценили на международном уровне. С июня 2017 года Казахстан является членом комитета по инвестициям ОЭЦР. Сегодня в рамках телемоста проекты с участием иностранного капитала презентовали сразу в трех регионах республики. В Павлодаре, Шымкенте и Актау. Так, в Павлодаре глава государства дал старт двум новым алюминиевым производствам высокого передела. Проект позволит поставлять на предприятия Казахстана 36 тысяч тонн легированного алюминия в год. 20 миллионов евро инвестировали зарубежные бизнесмены в производство легкосплавных дисков. Новую продукцию будут поставлять на автомобильные заводы Казахстана, России, а также стран ЕАЭС. С участием зарубежного капитала запущен новый четвертый цех акционерного общества «Химфарм». Общий объем инвестиций в этот проект превышает 108 миллионов долларов. Нам, Казахстану, обладающему огромными ресурсами металлов, как черных, так и цветных, и редких металлов, важно не просто их извлекать, но перерабатывать и делать из них изделия. Я всегда говорю, что и настаивал, чтобы мы не придавали глинозем, а производили алюминий. Мы уже производим 250 тысяч тонн, еще 250 тысяч тонн сейчас закладываем для производства. Вот это первая ласточка, что сплав будет использоваться для диски, для автомобильных колес. Это только начало. Если вы помните, 10 лет назад я говорил, что Казахстан заводит 90% лекарственных средств. И я поставил задачу хотя бы 50 производить. И вот «Химфарм» в Шымкенте вместе с польскими компаниями являются лидерами. И я еще раз хочу заявить, чтобы наше Министерство здравоохранения и правительство сделало все, чтобы именно наши лекарства, конечно, качественные, конечно, нужные, больше проходили на рынке нашей страны. «ArcelorMittal» давно, я участвовал в запуске когда-то этого завода, производстве труб. Мы делаем стальные листы любого качества, если надо, для того, чтобы строить трубы. А трубы для нас всегда нужны.